Доброе утро! Всем привет! А мы едем на дом. Что мы будем делать? Красить! Вот! Ну, собственно, Юна все сказала, мы поехали. В общем, приехали красить дом вторым слоем. Дом, Ванину комнату. Вот такая вот красотища у нас получилась с первого слоя. Ну, прелесть же, прелесть. Надеюсь, мы успеем сегодня вторым слоем все быстренько замазать. Мы начинаем свою работу. Работу начинаем с чего? С Юниных танцев. В общем, сегодня нам предстоит покрасить в Ваниной комнате все стены во второй слой. Я уже человек опытный, крашу вторую комнату. И, в общем, я поняла, первый слой красится намного сложнее, чем второй. Второй красится и быстрее, и легче, потому что, когда пропитываешь маслом дерево в первый раз, уходит много времени, масло очень быстро впитывается в дерево, и его нужно размазывать и прилагать больше усилий. А во второй раз, когда дерево уже пропитано, покрывается все намного легче, проще и намного быстрее. Если вы смотрите мои видео и следите за тем, как мы занимаемся ремонтом в доме, как мы планируем переезжать, в общем, если вы следите за мной, не забывайте поставить мне лайки за нашу классную работу. Конечно же, напишите свои комментарии, что вы вообще об этом обо всем думаете. Пожелайте нам удачи, потому что работы много, и мы, если честно, устаем. И, конечно же, торопимся, потому что до конца мая нам уже нужно съехать с квартиры и переехать в дом. Надеюсь, мы успеем. Честно говорю, видео выходит немножечко с задержкой, потому что я не успеваю и работать, и монтировать. Но стараюсь это делать плюс-минус срок, но задержка примерно неделя, может, полторы. Я всегда раньше думала, что покраска это легко и просто, если не брать в расчет запах краски, но так как у нас масло, запах не сильно резкий, но так как сейчас на улице прохладно, мы не открываем окна, и все равно концентрация запаха такая была, немножко была, в общем сказать. И к чему это все я? К тому, что у меня просто безумно болят руки. От того, что вот так вот двигаешь кисточкой туда-сюда, туда-сюда, у меня болит большой палец, болит средний палец, болит рука вместе сгиба. В общем, красить классно, красить легко, когда ты красишь забор чуть-чуть. Или когда ты чуть-чуть красишь какую-нибудь скамеечку, лавочку, когда красишь что-нибудь маленькое. Но когда ты красишь большое пространство, большой дом, очень сильно устают руки. Я даже не ожидала этого. У меня даже рука, можно сказать, так отекала, опухала. Ну, в общем, было сложно. До сих пор она у меня еще побаливает. Красить нужно продолжать. В общем, вот такие вот дела. Но очень классно, что мне помогают подруги. Не знаю, сколько бы я делала это без них. Ну, как не знаю, примерно в 2-3 раза больше, дольше и больше я бы тратила на это время, если бы мне никто не помогал. Очень классно, что у меня есть мои любимые девочки. Большое им спасибо. Люблю, обнимаю, обожаю. Вы просто мои спасительницы, мои помощницы, мои самые-самые лучшие на свете. Но опять-таки, когда работаешь один, тебе скучно, грустно, одиноко. Разбавляет твое одиночество только музыка, которую ты включаешь. А когда ты работаешь с кем-нибудь, тебе весело, интересно, смешно, смеешься, общаешься, классно проводишь время. В общем, я бы точно не смогла работать одна, вот однозначно нет. А нам осталось докрасить последнюю стену. Мы вообще большие-большие умнички. Не помню, говорила я вам, что нужно подписываться на мой канал или нет. Ну, в общем, не забудьте подписаться, для меня это очень-очень важно. Приятно смотреть, когда количество моих подписчиков растет. Вас уже очень-очень много, и всех я вас очень сильно люблю. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Начальника обеда. А начальника обеда. Даже у нас стол есть, и халам-балам, и сиденьки. Ну, все прекрасно. Приятного нам аппетита. Аппетита приятного, начальника. Работаем и едим. Мы покушали и продолжаем свою работу, а точнее сказать, мы ее заканчиваем. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. Мне докрасить сверху, Юночке чуть-чуть докрасить снизу. Быстро, классно, слаженно и покушали, и повеселились, и поболтали. Мы заканчиваем свою работу. Большое всем спасибо за просмотр.
Конечно же, не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Не устану об этом повторять. Чем больше вы ставите лайков, пишите комментариев и подписывайтесь, тем больше у меня новых зрителей. Ну все, мы с Юночкой большие молодцы. Покрасили всю комнату вторым слоем. Ушло у нас почти 4 часа, 2,5. Вообще мы красотки. Ну все, Ванина комната тоже готова. Подсохнет, прикручу розетки на место. А так такая красота. Такая красота. Ну все. Да, я тут Шрек. Шрек, ты видишь его? Юна! Ну, нанюхались немножечко, ну что такого? Бывает, с кем не бывает. Теперь в этой комнате. Ой. Тут убирал, теперь в этой комнате бардак. Ну ладно. Кратер. Юань! Баду! Хватит.